Так, всем салам алейкум. Сегодня мы с Тайсабом подъехали к Северо-Кавказскому исламскому университету, город Нальчик. И вот Тайсам Далиев решил передать три трости. Такие три трости, которые, значит, ему его родной старший брат отдал и попросил. Здесь в Нальчике, да. Скажи, Тайсам, это вот у нас там брата как зовут старшего? Его зовут Иса, он глава сельского поселения Мужичнева. В Ингушетии, да? Да, угу. Попросил меня передать. Мы просто вот приехали сюда с этой целью. Конечно, вы можете сказать, можно было это не показывать, но все-таки я решил показать и сказать, что пусть это мелочь, но это добро, которое надо делать по мере возможностей для тех, кто еще... Да, ручная работа там. Ручная работа, да. Чистое арабское дерево, да? Арабские надписи здесь. Да. Так что, такая вот поступила, значит, от братьев Далиевых. Такое желание передать нуждающимся. Да. Поэтому мы сюда приехали. Его нападение на своего убило лет 10-15 лет его убили. Вот он передал, когда я здесь передал. Пусть Аллах примет. Пусть Аллах этим анзам в раю, чтобы у него был посох. Да, посох. Это он путешествовал по рае, вы обучаете? Сияющие, увенчанные драгоценностями райский посох. Рай Аллах. Вот я студент, абитуриент, я обучаюсь вот у шейха. Это счастье. Да, сира пророка, саллаху алейхи ва саллям.